Привет всем, друзья, с вами я, Алексей, и мой канал «Обзор товаров с Китая». Друзья, сегодня у нас вот такая вот посылочка, 688 грамм, пришла с сайта tomtop.com, и здесь Bluetooth-колонка. Она такая большая, я решил ее распаковать отдельно, и, наверное, будем ее сравнивать с колонкой от фирмы Xiaomi. Давайте-ка вскрывать. Пришла за 20 дней, 3 дня на белорусской таможне. Цена заказывала за $25. Оценена она, кстати, в сколько? 0,7 центов. Ну, короче, 70 центов, да? Ладно, не в этом суть, соль. Короче, она считается более как бы сказать, для походов, для... Короче, видите, покрутите пакет. Вот наша коробочка для походов, для туризма, то есть она защищенная, там противоударная и, по-моему, даже влагозащищенная, да. Можете тут увидеть, что у нас батарея 3600 мАч, Bluetooth версии 4.0, также можно звонить, принимать звонки, цвет у нас черный, по-моему, ну и, в принципе, все, вот так вот она выглядит сама, видите, Bluetooth спикер, Bluetooth версии 4.0. Здесь вот тоже есть характеристики, также тут есть NFC, не знаю для чего, ну, наверное, для чего-то надо, и что, и тоже можно использовать как powerbank, ну, не знаю, ну, прикольно, в общем, тяжелая, очень тяжелая, так я когда пришел на почту, думал, что там такое тяжелое, а это оказалась колонка. Так, инструкция на английском языке. Тут все рассказывается, как и что, громкость, как принимать звонки и тому подобное. Вынимаем нашу колонку. Она такая, такая тяжелая. Смотрите, со всех сторон у нас такие, ну, вот эти вот решетчатые динамики, не знаю. Вот тут вот как бы резина, ну, она как бы противоударная, вот здесь вот резина, но, кстати, вот прощупываются тут вот шурупы какие-то, болты, даже можете, ну, видите, да, такие возвышения. В принципе, все, с одной также есть вот этот крепеж, сейчас увидите для чего. Также у нас кнопочки здесь, кстати, это, походу, вот эту вот резину можно снять нечаянно. Ну, ладно, но все такое цельное, металлическое, вот видите, только резины. Что-то похрустывало, не знаю, что это там у нас, какие-то, не, все нормально, в общем, видите, такое, ну, такая, ну, внушает доверие. Так, кнопки, NFC здесь сразу написано, перемотка, play, пауза, видите, какой-то индикатор, и поднимать звоночки наши, да, с другой стороны у нас порты, давайте-ка вскроем, эй, здесь у нас AUX, что тут у нас, USB полноразмерный и микро-USB, наверное, для зарядки. Так, отлично, ну как-то криво закрывается, ну ладно, нормально, разберемся. Блин, такое, блин, крепкая, надо, может, проверить ее на, как это сказать, удар. Так. Вот, вы поняли, для чего то ушко? Сейчас прицепим. Так, что у нас? Кабель для подключения, ну, то есть через кабель 3.5 джек обычный. И USB, микро-USB для зарядки. Так, ну что же, пойду разберусь, потом мы что-нибудь с вами включим, и я расскажу, наверное, свое мнение небольшое об этой колоночке. В общем, друзья, я разобрался, ничего сложного, нажимаем на кнопочку, ищем на планшете, там, на телефоне, на чем, на ноутбуке, подключаемся, и все, в принципе. Я думал, что будет играть со всех сторон, то есть вот здесь, вот здесь, вот здесь, да, ну, кроме этого. Оказывается, нет, играет только с одной стороны, то есть с одного направления, где-то вот тут, я не помню, или тут, стоит два динамика, даже они как-то немного под иным светом видны. Ну что ж, давайте покажу, как она играет, и, конечно же, большой плюс, что здесь уже есть вход под 3.5 джек, то есть вы можете компьютеру подключиться не обязательно, ну, через Bluetooth, а просто через кабель. Это, ну, как бы это положительная сторона этой колонки. Ну, также собрано отлично и в поход, наверное, тоже пойдет. Мне было лень цеплять вот этот вот наш карабинчик. Ну что ж, давайте я включу, покажу вам, как она играет. Максимальная громкость.
общем, что я могу сказать? Ну, играет громко. Насчет того, громче она Xiaomi, тоже сразу не скажу. По качеству звучания неплохо, неплохо, но не очень хорошо. Мне кажется, что колонка от Xiaomi звучит получше. Но у этой большой аккумулятор, в принципе, заявлено 10 часов игры, хотя, как бы сказать, у Xiaomi тоже заявлено 10 часов, и хотя там батарея в 3 раза меньше. Спасибо, друзья, за внимание. Буду тестировать. Наверное, сравним две колоночки с вами. Сделаю обзор как бы на них, да, в одном. И сравним. Ожидайте, будет скоро. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте про Инстаграм, Твиттер и группу ВКонтакте. Пока, друзья. Всего вам доброго.